Dad, why don't Teslas have dune jumper suspension? Jump in Tesla? Привет, друзья! Наконец-то мы с вами добрались до Model Y. Давайте, прежде всего, открою тайну, что работа над ней идет уже достаточно давно. Есть инстаграм-аккаунт TSK Marcy, и там вы можете обнаружить, как выглядел первый рендер того, что мы хотим сделать. Вообще все намеки на то, что мы хотим сделать, что из этого должно получиться. Естественно, что в этом видео мы разберем наш план, как мы его воплощаем, вы все это увидите. Но в инстаграм-аккаунте, на который, конечно, вы подпишетесь, так же, как на этот канал, вы сможете наблюдать эпизодично все потихоньку, как мы идем к тому, чтобы эта машина перестала быть функциональной. То есть Model Y — это прекрасный семейный автомобиль с большим количеством места в салоне, с большим количеством места для пассажиров, и мы сделаем так, что эта машина больше не будет выполнять прежде всего эту функцию. Что это будет такое? Это будет новый уникальный проект, и мы касались практически всего модельного ряда Tesla. Model 3 мы вообще касались несколько раз. У нас есть машина без крыши, у нас есть трековая машина, у нас есть машина, которая выглядит вообще не как Model 3, с полностью замененным кузовом. Model S широкая, узкая, Model X с карбоновым пакетом. И вот, наконец-то, настала очередь Model Y. Это целиком инженерный проект. И когда мы касаемся инженерии, многие из вас уже знают, что, скорее всего, будет в этом участвовать Паша, и вы не ошибетесь. Его мы сейчас подключим и покажем от начала до конца, что и на каком этапе находится. Машина будет полностью разбираться и полностью пересобираться. Это не какая-то визуальная история с тем, чтобы показать, как бы оффроуд. Это действительно будет абсолютно новая машина на базе существующей Model Y, на базе ее агрегатов. Но идем к Паше, посмотрим, что у нас там на сейчас. Слышишь, а то, что инженер, от которого зависит безопасность проекта, не может включить камеру, должны мы ли бы напрягаться? Должны ли мы напрягаться? Абсолютно. Нет? Вообще никаких проблем, да? У нас с одной стороны то, к чему мы идем, с левой стороны то, что мы для этого переделываем. И давай начнем вообще, для чего мы это делаем, что у нас должно получиться. У нас должна получиться машина, которая способна преодолевать бездорожье, причем в принципе с комфортом и не развалившись, правильно? Смотри, значит, что у нас получилось? Вот здесь написаны цифры, я думаю, что вам их видно. Угу. То есть у нас получается максимальный клиренс, то есть клиренс ездовой у нас 220 миллиметров. Даже не больше, 312 клиренс ездовой. 300? Это вот когда от днища до земли. 30 сантиметров клиренс. Ну хорошо. Получается 31 сантиметр. Это венчак, 11-12 инчей. А ход подвески у нас 330 миллиметров. Это вот нижнее положение до верхнего положения. То есть, и у нас колесная база стала шире где-то на 200 миллиметров, может быть, 250 суммарно, влево-вправо. То есть, нам это дает, с одной стороны, шире колесную базу, ну, не намного. То есть, мы сейчас приближаемся к пикапу. Но при этом у нас повышается сильная устойчивость. То есть, у нас CLS и так ниже был, потому что из-за батарейки. А сейчас он, получается, имеет намного больше плечо, и машина стала намного сложнее для переворота. То есть у нас вот получается 330 мм – это энергоемкость нашей подвески. То есть когда мы подпрыгнем и приземлимся, вот это вот пространство должно самортизировать вес машины, чтобы мы не ударились днищем об асфальт. Ну или когда мы там приземлимся. Я не думаю, что мы будем прыгать по асфальту, но по барханам… Я хочу, чтобы эта машина прыгнула вот с рампой. Вот, знаешь, как вот с рампой, вот с рампой.
вывоз мира. Шмяк и поехали. Охеренно. По каким дорогам может ехать эта машина? Вот как тебе мечтается, где она летит? Вот для каких дорог мы ее создаем в идеале? Я знаю, чтобы вот ты снимал, чтобы Саша ехал по хайвею где-нибудь там в Калифорнии, а ты параллельно по бокам вот так вот. Накал, и вот его снимал, типа, чувак, а тебе нормально, и ты вот с этой скоростью, мне там 60-70, чтобы вот так вот параллельно ехать. Хорошо, но понятно, что из названия ты мечтаешь, чтобы она на Марсе ездила. То есть ты хочешь сказать, что она спрыгнет с 1.20 м, и ей ничего не будет, да? Я хочу, чтобы так было. Но то проверим мы это на нашей машине. Смотри, я думаю, что это абсолютно реально, но вопрос в том, что для того, чтобы мы получили максимум, того, что мы хотим, чтобы это был реальный вот пафос, чтобы у нас 1.20 м прыгнуло, нам нужно будет поработать немножко с весом. То есть мы убираем задние сиденья, мы облегчаем двери, возможно, мы стекло заменим. То есть как бы нам надо ее облегчить немного, поставить, может быть, более легкие сиденья, то есть снять с нее хотя бы 150 кг. И тогда мы сможем прыгать, потому что машина-то нелегкая. Из того, что в этой машине не было никогда, ну, вы можете видеть, что у нас добавилось вот два колеса задних резервных, специальной раме, вот тут. А тут бы, естественно, что другое стекло с выгибом, как вот здесь, собственно говоря, вот тут видно. А еще вот здесь этого нету на рендере, а здесь уже есть. У нас вот здесь будет лебедка стоять. Красивенькая. Потому что у нас по плану 265-70R18. Вот они, говорят, будущие. Вот такие. То есть они довольно высокие. А выворот у нас остался, в принципе, такой же, чуть-чуть меньше. То есть у нас система Аткинсона идет. Для тех, кто не в курсе, я это в двух словах сейчас объясню, потом покажу. Это система, при которой у вас внутреннее колесо поворачивается больше, чем наружное. То есть когда у вас машина поворачивает внутреннее колесо, у вас стоит здесь выворот больше, а заднего меньше. То есть это асимметричный поворот колеса. У вас поворачивается не вот так, как вы себе можете представить, а одно чуть больше, второе чуть меньше. Что было самое тяжелое в проектировании подвески? Что, с чем ты столкнулся, с таким, что прям ты морочился и тратил времени много? Сейчас покажу. Самое сложное было это поставить правильно стойки. Потому что у нас два варианта было по стойкам. Либо те, что есть на рынке, Кинги или Фоксы, либо кастомные. Кастомные начинаются от кучи денег и долго очень в производстве. Мало того, что проблема в производстве, и вторая проблема, если они выходят из строя, ты их не можешь купить. Поэтому я долго общался с Фоксами и с Кингами, и по итогу остановился на Кингах, ну, чисто потому, что у них намного лучше, как называется, служба поддержки. То есть они мне дали нормальные модели, они мне все объяснили, они мне дали всю информацию. С Фоксами это очень тяжело. И Кинги намного быстрее. То есть Кинги в производстве занимают 4 недели комплекта подвески нашей, которая нам нужна. А у Фокса 6-8 недель. То есть 2 месяца и месяц. Вот это вот вид нашего колеса, сложенного в самый верх. Чтобы стойки стали по длине, по ходу, по энергоемкости, мне пришлось заново делать чашку. То есть мы используем 4 точки крепления заводские. Вот эта конструкция вся делается заново. И мы выносим точку вращения вверх, вот на таких удлинителях. Это была сложная конструкция, с ней я долго мучился, потому что у нас стойка входит как вовнутрь, влево-вправо, так же она входит и по оси вот так влево-вправо-назад. И здесь четко надо было высчитывать положение вот этой вот вещи при складывании, положение пружины и куча нюансов. То есть пружина у нас остается, но вот здесь, когда ты складываешься, у тебя стойка настолько входит, что... Сейчас я это сделаю. Отверстие хватает под стойку или надо расширять в этом в стакане? Вот, и здесь надо будет разрезать. Угу. То есть мы поэтому эту вещь делаем много, потому что здесь внутри надо будет металл разрезать. Сейчас вам покажу почему. То есть здесь у нас вот такая вот сложная конструкция с карбоновой распоркой. Вот это у нас баллончики, они у нас будут, ну, эти экстеншены, они будут у нас во внутреннем компартменте стоят. Вот здесь... Вот здесь. То есть они будут вот так настоять. А надо будет выжать место. Вот это вы будете видеть. Да. А остальное все у вас закрывается, но места хватает. То есть как бы здесь много было нюансов. Угу. То есть вот так у нас выглядит наша морда.
Вот так выглядит подвеска. Так, идем дальше. Почему ты не рекомендовал нам покупать под этот проект перформанс-машину? Вы не сможете обязать эту мощность на бездорожье. У вас по бездорожью как бы вопрос зацепа. И у вас по большей части вам нужен крутящий момент снизу, но не максимальная мощность. То есть вы, конечно, можете поставить под перформанс, но по итогу на трассе, именно на бездорожье, вы разницы не поймете. И мы не сможем одеть 18-е колеса. Да, 18-е колеса на перформанс не есть. А тормоза у перформанса больше? Больше. Да, да, больше. Как ты избежал того, чтобы сделать новый подрамник? Вот это вот как раз все связано с тем, что у нас пришлось сильно заморочиться система поворотов и сохранение цапы. В принципе, из того, что мне сильно мешало, это вот это вот шаровое здесь, поэтому пришлось делать свою, образно говоря, шаровую. Вместо одной пришлось поставить три точки вращения, чтобы у нас было вращение вперед-назад и вверх-вниз, а не одна резинка. И тогда мы этот вопрос избежали здесь. Все остальное, то есть, опять же, все резиновые соединения были заменены на шаровые опоры. Я хочу тебя похвалить, красавчик. Никто такого, во-первых, никто такого не делал, никто такого нам не показывал. И главное, что ты демонстрируешь, как в современном мире создаются проекты. Потому что если где-то там в отдельных уголках примерно так проекты делают, то, допустим, в Америке чаще это рубрика, как называется, срала, мазала, потом варила... Резала все это. Или никто ничего не показывает. Куча проектов мощных на сцене было. Сейчас мы... Не отсвечено, я хочу гранчик. Ну, смотри, хвалить меня, конечно, спасибо, но это же наш совместный проект. Поэтому, как бы, не было бы вас, не было бы проекта. Потому что, как ты помнишь, мы когда с тобой эту идею обсуждали в прошлом году, по-моему, летом еще. И ты говорил, типа, а давай делаем что-нибудь такое. И как раз у меня такая же машина у жены, поэтому я посмотрел, прикинул, подумал, и как бы оно стало реальностью. Ну, я хочу, чтобы нам комментаторы написали, ждут ли они такие машины где-то у себя на дорогах, и как их можно применять еще каким-то способом, который мы не придумали. Потому что для нас, в первую очередь, это машина для развлечений, для фана, которая превратит Model Y, обычно скучную, максимально продуманную семейную машину в что-то, из чего можно выдавливать море улыбок, причем не только у водителя, но еще и у пассажиров, которые имеют шанс вместе с тобой перевернуться на дюне. Смотри, я кроме как фана вижу прямое целенаправленное применение этого проекта, которое может дать очень серьезный толчок, о котором мы даже не подозреваем, потому что все северные штаты, все северные страны скандинавские, допустим, Норвегия, где Tesla больше 50% продаж, и там бывает довольно большое количество снега. А так как у Tesla довольно маленький клиренс, и при обычной подвеске ты не можешь поставить большие колеса, то вот для тех стран такой набор может позволить как бы сильно приводить эту машину к большому пикапу. Да. И это следующий вопрос, который хотят задать зрители. Когда следующая серия, Паша? Следующая серия, я думаю, что будет через месяц, плюс-минус. Мне нужно доработать заднюю подвеску. Я могу ее показать. Она будет довольно коротенькая. Но я думаю, что самое интересное, это будет месяц через полтора-два, когда мы вот это все запустим в производство, а я это все напечатаю, возьму машину жены и соберу это все в печатном виде, и мы это все подвигаем. Вот это будет самое интересное. Ну, у нас все мультики становятся реальностью. Так что подписывайтесь, увидимся. Пока.